Криворожский Кривбас набрал первые очки в чемпионате и сделал это в городе, который крайне неохотно ими делится. Но Полтавской Ворскле перед родными трибунами очень не хватало Василия Сачко. Причем настолько, что Кривбас был ближе к победе. Бартулович замешкался и Долганский спас команду, чтобы чуть позже на пару с Цури едва не сотворить момент, который в Полтаве вспоминали бы очень долго. А во втором тайме гости и вовсе забили. Взятие ворот было отменено из-за нарушения правил, так что Максимов толком и порадоваться не успел. Ворскла нагнетала, но до голевых моментов доходило нечасто. Была двухминутка с передачами Марковски, но ни Безус, ни Далку не смогли воспользоваться его ассистентским мастерством. Вот вам и 0-0. Первое очко Кривбаса и седьмое в 7 матчах для буксующих полтавчан. Хорошая боевая игра была, то есть напряженная, потому что нам очки были нужны в тяжелом положении, и Полтава тоже, поэтому считаю, что мы чистый гол забили. С таким чистый гол забили, это, ну, как он ни старался, товарищ этот, но не